Мерчик. Да. В общем, у меня роуминг отключился, говорит, что я в Израиле. Это прям граница, там вот видно прям железную этот, такую полоску, что это граница отеля находится на границе с Израилем. Так прикольно. Территорию вышла, пока там кто-то в туалет, кто-то куда-то. Пошли посмотрим Хилтон территорию. Мирочка сидит в лобби. У нее устали бедные ножки. Территория классная. Ну, тут одно из немногих этажных зданий вообще. Хилтон этажный. Наверное, потому что он построен в Табе, близко к израильской стороне. Возможно, не знаю. Все вымотались, все устали, дорога. Короче, в Табу дорога прям убийственная, прям очень убивает. Ну, это стандарт, без балкона. Идем снимать. Телек, конечно, 100 лет желать лучшего. На, Дашка. Давай. Короче, тут очень хорошо видно границу вообще. Вон он, Израиль. Вот они, пушки. Короче, жесть. Обалденный отель. Страховенько как-то. Ну, далеко. 360 километров. Да. Далеко с видом на море. Какой-то запах какой-то прокуренный. В общем, да. Оказывается, просто на балкон посмотреть. А он открывается? Открывается. Вот вам и терраса. Так, только аккуратно, не толкаться. Это балкон открывает. Я так боюсь высоты. Ой, сильно как высоко. Даже шестой этаж, смотрите, как высоко. Территория, море. Еще там выше есть. Возвращаемся с Хилтона. Решила поснимать немножечко моря, но уже все тут, конечно, виды обалденно. Море невероятно красивое. Вон там крепость стоит. Очень круто, очень красиво. Там Израиль, там Хилтон остался. С другой стороны, как непроглядные горы. С этой стороны вот так. Вот так, в принципе, выглядит вся Таба. То есть домики, 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 какой-нибудь отель. Потом раз.